Праздничные деревья, по всей видимости, свалили туда недобросовестные предприниматели, которым стало лень утилизировать дерево. Также они не захотели отвозить непроданный товар на свалку, а понадеялись на бурные волжские воды. Эксперты говорят, скорее всего, продавцы рассчитывали на то, что сброс воды из Жигулевской ГЭС поможет скрыть улики. На защиту сосен стали активисты. Жители подготовили жалобу и направили ее в администрацию. Экологи с ними солидарны. Это вопиющий случай. Это полное безобразие, помимо захламления территории, надо не забывать, что гниющая древесина является источником размножения насекомых, вредителей, так называемых ксилотрофов, которые дальше начинают заражать древесное насаждение в пойме Самарки, например, ну и все, куда они могут долететь. Немаловажно, что при повышении уровня воды во время половодья часть из них смывается и может попасть в Самарку, в Волгу в дальнейшем. Конечно, это серьезный экологический ущерб.